угла квадрата со стороной А выступают за пределы полосы ширины А с параллельными краями. Между прочим, это фантастически красивая задача. Очень советую нарисовать чертеж абсолютно точно. 222. Смотрите, что в этой задаче от вас требует. И нарисовать ровно такой же ширины полосу. Значит, ширина этой самой полосы, это должна быть в точности длина стороны квадрата. После чего рассмотреть вот эти два ответа. Задача. Чему равен угол между ними? Это задача потрясающая. Она очень красивая. Неожиданно, что вот когда берешь такой квадрат, такую полосу, это последняя наша научная задача, когда берешь такой квадрат, такую полосу, вдруг оказывается, что этот угол при любом положении один и тот же. Огромная просьба нарисовать точно. Просто жестко, по линейке, там, измерив все. Получите удовольствие. Что? А что будет, если эта полоса совпадает с сторонами квадрата? Нет, не надо, чтобы она совпадала. Надо, чтобы квадрат, я специально сказал, квадрат косо нарисован. Понятно? Квадрат нарисован повернут. Ну, у него стороны не горизонтальные, не вертикальные. Ответ, кто-нибудь уже догадался, какой будет? Какой? Он всегда будет прямой. Неверно. Это значит, что у вас чертеж совсем кривой. 45. Нет, нарисуйте четко, нарисуйте ровно. Черт, здесь очень важно, чтобы ширина полосы в точности равнялась бы стороне квадрата. И у вас получится удивительная величина. 45. А? 45 получится. Ответ 45, совершенно верно. Осталось это доказать. Кто догадается, как это делать? Надо взять и чуть-чуть сдвинуть полосу вверх. Давайте я покажу, как это делается. Надо взять и провести вот так. То есть через вершину квадрата параллельной стороне. И здесь что сделать? Провести на том же самом расстоянии. Смотрите, пожалуйста. Вот у нас здесь есть точка, да? Да. Так, давайте обозначим точку пересечения вот эти вот. А, Б, да? С и Д. А новые точки так обозначим. Вот это будет А' равно В'. Вот эта точка будет называться D', а вот эта точка будет называться C'. Вопрос. Как соотносится отрезок BD и отрезок B'D'? Кто знает? Равны. И параллельно. Они что? Равны и параллельно. Равны и параллельно. А почему? А потому что у нас, смотрите, какая вещь. Параллелограмм. Вот эта фигура, давайте я ее сейчас заштрихую аккуратно. Вот эта фигура чем является? Параллелограмм. Параллелограмм. Почему? Вот смотрите, вот это очевидно параллельно этому, правильно? Да. Потому что это сторона квадрата. Замечательно. А почему это параллельно этому? Интересно. Итак, проект решения задачи. Надо посмотреть, что происходит при сдвиге полосы до того места, когда верхняя сторона полосы, верхняя прямая полосы, пройдет через вершину квадрата. Это поняли? Да. После этого у вас ситуация резко меняется. Точка B сдвигается вот сюда, точка D сюда, и точка C сдвигается сюда. Соответственно, у вас возникают вот эти вот отрезки. C', вот эта точка, и D'. И надо доказать, что между ними будет 45 градусов.